25 октября храм Святой Екатерины принимал в своих стенах выездную сессию 5-го форума богословов Центральной и Восточной Европы, в котором принимали участие видные ученые и исследователи из Польши, Украины и России. Отец Иоакин Вдостивель познакомил гостей нашего прихода с историей и сегодняшним днем храма Святой Екатерины, а также прочитал доклад о католической и православной экклезиологии 19-20 веков. Второй доклад, прозвучавший в этот день, был посвящен служению в Петербурге святой Урсулы Ледуховской, которую подготовили сестры Урсулинки Иоанна Трута и Оксана Бритик. Инициатором и организатором форума является польский богослов отец Станислав Наперковский. Группа преподавателей и выпускников Католического университета в Люблине решила ежегодно собираться для изучения свидетельства веры и мученичества времен воинственного атеизма. Нельзя потерять эти свидетельства веры. Да, было море зла, но были и океаны добра. Было множество прекрасных примеров, прекрасных людей. Если мы думаем о будущем и хотим созидать лучший мир, нельзя отрываться от того прошлого, в котором тоже было прекрасное, светлое и красивое. Среди участников этого форума богословов Европы было множество ученых, занимающихся изучением истории церкви в XX веке. В частности, отец Бронислав Чеплицкий и отец Роман Дзванковский. Без их научных работ и книг не обойдется ни один человек, занимающийся католической церковью в Советском Союзе. Основной площадкой форума стал монастырь конвентуальных францисканцев. Кроме этого, выездные сессии проходили в различных католических храмах Петербурга, а также в Русской христианской гуманитарной академии.